ремонте вот такая посудомоечная машина Beko, модель DIN 5830. Вот так сфокусировался. Значит, она адекватно включается. Появляется все. Она реагирует на изменение режимов. И все. Не при закрывании не начинает работать. То есть выбрали режим, должны были клац, и он там пошел работать. Значит, при осмотре выяснился один момент. Она вот свободно туда-сюда, нету клацания замка. Должна быть такой клац, 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 клац. Какая-то проблема с замком. Скорее всего, даже с язычком замка. Для того, чтобы это выяснить, нужно открутить. Откручиваем винты. Значит, нужно открутить вот эти два винта, я открутил. И еще вот эти. Они тут пластик дальше заходит и закручивается. Это для... Тут свободно, это для облицовки. После того, как открутили, просто вы очень острые края, порезался об эти края, просто выдавливаем и поднимаем на себя вверх. И все. И вот для того, чтобы снять замок, надо из розетки выключить. Значит, для того, чтобы снять замок, вот здесь на винтах, вот здесь защелкивается, вот здесь и вот здесь. Если защелку приподнять, одной рукой неудобно, но я попытаюсь. Если защелку приподнять, вытаскивается. И видим, что нет язычка. Он отломан в одном положении, в каком-то стал. А должен был клацать, клац, но значит, тот язычок, который защелкивается, остался основной, а когда вытаскиваешь, он вытаскивает язычок, он отломался. Поэтому смотрим, что можем сделать. Если возможность отремонтировать вручную замок, вряд ли отремонтировать, он достаточно крепкий, должен долго работать, но есть ли возможность поменять сам язычок или весь замок в целом, сейчас будем выяснять. Ну что же, замок новый пришел, теперь ставим его на место. И думаю, что это полностью решит вопрос. Немного другого цвета. И нужно как раз, если вам видно, отломалась вот эта защелка вторая. Тут все белое. Наверное, не видно, которая назад его выводит. Сейчас микропереключатель вставляю на место со старого и прикручиваем на место. Думаю, что будет все отремонтировано. Как снимается микропереключатель со старого? Здесь есть такой, отгибается язычок, и вытаскиваешь все и ставим на место. Также вставляем, отгибаем, вставляется. Все. Теперь устанавливаем на место и устанавливаем контакты. Все, теперь тут важно заметить, что две трубки подходят. Одна, не знаю, что это за трубка, и вторая.
туда она падает. При сборке обратите внимание, что здесь нужно трубку все-таки зацепить. Ну и все, теперь нужно аккуратненько туда вставить. Обратите внимание, что вот эти вот края металла очень острые. Я пока снимал, порезал руки, обе руки. Будьте внимательны. Соединяем и пробуем. Ну что же, я закрутил винты. Напоминаю, что вот эти вот крайние винты — это сквозные для лицевой панели. Ну, закручиваем вот эти два и там ниже. Закрутил, и все. Теперь замочек заклацывается. Правда, мне пришлось проволочкой его открыть. Я при установке его клацнул в закрытое состояние. Вот в такое закрытое. Я вам говорил, что можно порезаться. Значит, и пришлось, и он уже был в закрытом состоянии, и поэтому, ну, не закрывался, был закрытый. Пришлось проволочкой его назад засунуть проволочку, если у вас так получилось, смотря в каком он состоянии. Я туда засунул проволочку, на себя его чик, вытащил в открытое состояние, поставил, и теперь он закрывается, открывается. Ну, соответственно, и будет нормально работать. Сейчас все проверим. Подключил я машинку. Включаю. Вот так оно выглядит. На самом деле не моргает, так кажется, на видео. Выбираю. Не знаю, как это сделать, чтобы не моргало, но мне визуально не моргает. Выбираю какой-нибудь режим, не знаю, там, и защелкнул, и, наверное, включаю пуск. Все, чего-то там включилось. Включился выкачка воды сначала. Ждем, пока включится. Как-то она моргает. Но это так на записи только моргает. Ну все, включилась вода. Наверное, вы слышите. Значит, все работает. Дальше я записывать не буду. Ну, ремонт закончен. Замена замка. Вот здесь вот отломан усик. Поэтому ремонтировать смысла было нет, только замену. Стоимость где-то $5, наверное, около $5. Подписывайтесь на канал. Ремонт и другой бытовой техники вы сможете увидеть, интересные самоделки и улучшения, все это на канале можете увидеть.